Две единички, две двойки и две восьмерки. В серийном номере у банкноты 5000 тенге, который лежит на байковой поверхности 24 октября. Единички они разобщились. Ну, единица цифра созидания. Но одна единичка, она участвует в зеркальной цифре с двумя двойками. 2, 1, 2. Двоек 2, да? Они вот участвуя в зеркальной цифре с единичкой, они усиливаются, да? Двойки – это цифра познания. Ну, и этот параметр усиливается где-то раза в полтора. Ну, может быть, 1,6 раза. А восьмерки расположились слитно. Восьмерка – это цифра силы. Сила усиливается. Параметр силы в этой банкноте энергетически усиливается в два раза.